Можно к вам? А, конечно, конечно. Здравствуйте. 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 Проходите, пожалуйста. Чай, кофе, может быть? Нет, спасибо. Но приятно. Очень приятно. Вам сегодня очень повезло. Да. Именно сегодня у нас открылась новая депозитная программа. Да. Таких процентов вам не приложит ни один банк. Оформляем? Да нет, я по другому вопросу. Я, это, кредит хочу взять в вашем банке. Денег пришел просить. Одну секундочку. Ну, давай. В смысле? Что в смысле? Проси. Да. Да, хорошо, спасибо. Знаете, я бы хотел обсудить с вами возможность открытия кредитной линии на организации собственного бизнеса. Да, да, да. У тебя есть что-нибудь? Да, конечно. Вот, у меня есть бизнес-план, разрешительная документация, патентная документация, ноу-хау, если вы... Все, сюда, давай, давай. Так что, у тебя, я так понял, ничего нет, да? То есть как это? Как это? Я говорю, квартира, дом, дача, земля есть? А, нет, этого нет. Но если вы посмотрите бизнес-план, вы поймете, что это рентабельное мероприятие, и у меня есть поручитель. Зови своего поручителя. Вениамин Эдуардович, зайдите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Я бы хотел подтвердить платежеспособность моего клиента. Подтверждайте. Вот, пожалуйста, почечки. В очень хорошем состоянии. Любой донорский банк оторвет с руками. Извините за каламбур. Вот сердечко, легкие, все остальное. Все в очень хорошем состоянии. В целом, мой пациент способен возместить 100 тысяч исключительно за счет своей натуры, так сказать. 100 тысяч? Да. Ну что же вы сразу не сказали-то? Я вам, знаете что? Сходу 5000 могу выделить, а? Но мне нужно гораздо больше. 1050. Ну, можно и 50. Но в таком случае залоговое имущество придется оставить у нас. Такие правила. Ну, надо так надо.